Ребят, всем привет! С вами снова Dance is Dandy Team. Добро пожаловать в новый ролик. И сегодня мы его начинаем с гаража. А все почему? Помните, на прошлой тренировке я поехал погонять буквально недавно в песок и столкнулся с тем, что в моторе что-то зашумело. Ребята говорят, у тебя что-то шелестит. Я подумал, что это выхлоп. Выхлоп, ну, чертил абраму, и из-за этого создавался резонанс. Глушак, видите, у него. Ну и был такой посторонний звук. В итоге приехал в гараж, отодвинул трубу, и ничего не поменялось. И вот поэтому сегодня время 8:15. Я сейчас перед работой заехал. Стоит жига тарабанит. Слышите, как дрын-дрын-дрын? Дрын-дрын-дрын. И здесь уже стоит, ждет. Вчера загрузился мой красавец после тренировки. Сейчас поеду пораньше, чтобы сполоснуть, и надо разбирать. У меня подозрение, что здесь вот на натяжителе цепи есть такая бабышка ГРМ, которая натяжитель цепи ГРМ, и ее нафиг. Она убежала. Ну, не знаю. Давайте, в общем, загадывать не будем. Сейчас едем. Ну и будем дефектовать, конечно. А вам приятного просмотра, ребят. Мы начинаем. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case. Жига с прицепом смотрится так прикольно. Причем такой мотик нарядненький, ну и жига вроде ничего. Ну все, в общем, отправляемся на работу. Сейчас помоем мотоцикл, ну и начнем дефектовать, конечно. How it's supposed to be, yeah. Are all these broken dreams and these hopeless teens how it's supposed to be? Sick and tired of these broken dreams, these broken teens sitting down on broken screens, it sucks. Cause I really know what hopeless means, but focus seems to stem from the darkest themes. Don't park your dream, get a jump start and dream of every. Перевел мотоцикл в нормальный человеческий вид. Все помыл. Сейчас просушим, весь обдуем, и можно начинать к разбору. Блин, ну красиво он все-таки получился. Согласитесь. Маленький такой, но прикольный. Так что давайте лайкосик. За нормальный мод, ну и за жигу спортивную. Ладно. Все, сейчас. Ну вот это, конечно, да, это жалко. Очень жалко. Смотрите, как мой брызговичок-то выдержал. Вообще огонь. Только вот здесь трубой прожгло немного, но это я подрежу. Будет вообще классно. Ребят, это просто жесть. В общем, мы нашли, что у нас... зашелестело, что какая у меня была проблема. Вот сейчас вот фотография вот здесь появляется, и понимаете, что мы попали на полный разбор мотора, потому что ролик куда-то пропал, и я реально не знаю, где его искать. В общем, начал я разбирать все, и смотрите, какие вот здесь вот фракции железные в масле. Вот, и здесь есть вот остаток ролика, основа. Ее погрызло, жесть, то есть его сломало на три части, если не больше. Вот так, вот мой весь ролик. Пипец там просто. И металл куски, и все вообще. Это жесть. Вот так вот разломало сраный ролик. Сейчас вот уже разбираю мотик. Вот здесь подсветка, видите сами, что тут просто полная жесть. Там грязище, этих останков пластика, ужас как много. Вот сейчас вот все буду разбирать, и надо мотор на стол, потому что гонка уже совсем скоро, а у нас опять какие-то проблемы. Вот, ну ничего, это все мелочи, я надеюсь, мы сейчас все быстренько сделаем. Фух, главное, чтобы эти все останки никуда вот в поршни, там в колено никуда не попали.
Ну, в общем, что говорить, давайте снимем мотор. Thing you thought you ever wanted to be, then mark your team. Together you could be something, be smart and see that you is all you really need. Yeah, sometimes you gon' feel like you don't know. Sometimes you gon' feel like it's going slow. Sometimes you gon' wish that it came fast. Sometimes you gon' dwell back on the past. Yeah, I'm here to tell you that it won't last. Your mind's stronger than you think it passed. All the things that keep you feeling bad. Ну что, вот так выглядит мотоцикл на данный момент. Я все снял. Мотор уже на столе. Уже приготовлены новые ролики. Ой, так, все вроде в порядке. Ну что, все. Отправляется моторчик на переборку. Я не знаю, видите вы это или нет, поскольку делать будут механики. Фу, а мне надо уехать по важным делам. Поэтому, ну что... Для вас-то, конечно, прямо сейчас все произойдет, поэтому дай бог, что все у нас получилось. Все, давайте, за Богом. Вот что было в сетке, остатки. Ужас. Следующий день, вечер перед гонкой. Фу, в общем, мы успели все сделать. Слава Богу, осколки от ролика никуда не попали, и... При этом мы смогли успешно перебрать мотор, чтобы не сглазить, вот. Ну и в общем вот, еду я завтра без сопровождения команды, мне выдали машину такую нашу фирменную, вот поеду завтра на ней. В общем, начинаю сейчас собираться, поставил уже мотик, взял с собой сходню, подставку, сейчас начну зип весь складывать, ну и мотоциклик готов. В общем, все, сейчас собираемся, с собой стул, очень много принадлежностей. В общем, не будем терять время, давайте соберемся, ну и поедем, конечно. Ну что, ребят, вы, наверное, сейчас можете слышать, как у нас идет дождь. На самом деле дождик лупит, я загружен. В общем, ну точнее не я, а машина загружена, у меня все четко, я прям настроен на гонку, хоть страшно, но так всегда. В этот раз взял по минимуму, не стал брать палатку, потому что все это время буду вот здесь вот в кузове находиться на соревнованиях, поэтому вообще супер. А так что, канистра, трапы, подставка, ну вообще еще может центральную возьму, и все. Ну и минимальный комплект зипа, то есть инструменты, ну и там запасные фильтра и так далее и тому подобное. Мотоцикл. В общем, все. В общем, ребят, мы отправляемся на соревнования в горке. Это финал чемпионата России по питбайк-кроссу. Очень хочу, чтобы вы за меня держали кулаки, потому что, на самом деле, это очень волнительный такой момент, ответственная гонка. Дай бог, чтобы нас мотик не подвел, ну и сам не облажался. Ну что, погнали, ребят. Things we keep inside. I know I'll be alright. В общем, приехали. Приехали, блин. Ну, что вам говорить, смотрите сами.